Депутат Московской областной думы Дмитрий Голубков посетил с рабочим визитом сельское поселение Жаворонковское. Он побывал на территории местной школы. Там запланировано строительство новой баскетбольной площадки. В прошлом году парламентарий выделил денежные средства из депутатского фонда на реализацию данного проекта. Сейчас как раз вот готовится техническое задание, и до начала учебного года следующего данная площадка должна быть установлена, смонтирована. Вместе с главой сельского поселения Светланой Дэвис и директором учебного заведения Галиной Тараскиной Дмитрий Голубков обсудил важные моменты, касающиеся этапов проектирования. Особое внимание при проведении работ уделят покрытию поля. Оно должно быть качественным, оптимально подходящим для активной и безопасной игры. Новая баскетбольная площадка будет готова уже к 1 сентября. Затем Дмитрий Голубков отправился в Юдино. Там депутаты Московской областной думы встретили художественный руководитель культурного центра «Молодежный» Любовь Терещенко, его воспитанники и их родители. Детская площадка возле КДЦ устарела, на ней практически не осталось никаких игровых элементов. При этом территория перед учреждением позволяет обустроить хорошую зону отдыха для детей разных возрастов. На эти цели будут выделены муниципальные средства. Надо привести в порядок. Эскизный проект уже имеется, учитывая еще то, что находится по соседству с Домом культуры. То есть дети, они могут, приходя сюда, то есть, ну, также вот развиваться на детской площадке. В завершении встречи воспитанники КДЦ «Молодежный» подарили Дмитрию Голубкову рисунок, на котором изобразили новую детскую площадку и сделали совместную фотографию. Мила Тарасевич, Артем Ломоносов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».